34-летняя Ирина Шейк, украсила обложку американского глянца. Звезда примерила стильные аутфиты. Топ-модель показала впечатляющие снимки, сделанные в домашних интерьерах. Ирина поддержала тех, кто сейчас ответственно пережидает эпидемию коронавируса в самоизоляции. Молодая мама предстала в темном пиджаке с мужского плеча, белой рубашке и джинсах мам. Стилисты подобрали для Шейк необычный аксессуар – полосатый галстук. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера также снялась в образе сексуальной теннисистки. Ирину запечатлели с ракеткой в белом поло и шортах. Ярким элементом спортивного костюма стал зеленый кардиган. На одном из снимков Шейк засняли в откровенном образе, бомбере, кедах и без брюк. Россиянка приняла провокационную позу на ковре, закинув одну ногу на диван. Ради еще одного интересного кадра звезда подиумов забралась на письменный стол. Ирина в толстовке и микрошортах показала фотографу свой фирменный дерзкий взгляд и стройные ножки. Визажисты распустили волосы супермодели и нанесли ей нюдовый макияж.